Всем привет! Мы находимся в Подольске в студии автозвука D-Style Audio. Вчера мы показали вот этот классный усилитель четырехканальник от SPL Audio G4 2500. Вот здесь монструозная заявка по 200 ватт на канал, 4 Ома. Вот, соответственно, все хотят знать, сколько он реально выдает. Поэтому мы приехали в D-Style Audio. И Игорян и сотоварищи нам помогут, собственно говоря, узнать правду об этом усилителе. Значит, ну, чтобы долго не заморачиваться, мы решили протестировать два канала мостом на САБе. Соответственно, САБ у нас 112, подключен он в 4 Ома. Катушки 2 плюс 2, скоммутированы параллельно. Последовательно, да, извиняюсь. Усилок, кстати, красиво светится, надпись такая. Вот. Значит, чем мы стреляем? Стреляем 80 Гц. Хорошо. Басовый диапазон. Да, батарейка, это самый XS Power D300. Ну что, поехали? Поехали. Не поехали, как всегда. Не поехали. Да, у нас небольшая техническая. Небольшой технический ноу-девайс. Да-да-да. Привет компании Sony. Да, привет компании Sony. Ей, кстати, 5 лет этой магнитоле уже. Она прошла с нами все соревнования. Бедная, она уже сдается просто. Это хватит уже меня мучить. Так, у кого есть калькулятор? Так, у нас 52,4 вольта и 7,4 ампера. Что получается? 387 ватт, ну почти 388. Ага. Так. Так. Сопротивление у нас 13,57. 13,57 у нас была просадка, аккумулятор стоит на зарядке. На зарядке XS Power, да? Да, в режиме, как он правильно называется? В режиме блока питания, да, то есть на нее идет... Что-то, короче, идет 4 ампера. Сейчас он уже полностью заряжен, поэтому. Ну да. То есть, ну на 13 вольтах. Сопротивление? 387 раздели 52,4 на 7,4. 7 Ом. Ну, 7 Ом. То есть у нас рост был сопротивление 4 мозга с 2 до 7. То есть 300, почти 400 ватт усилок отдал. Ну, как бы это круто. Причем не с 2 с 4 уже. Ну, мост 4 Ома, то есть усилитель видит каждый канал. Ну, это каждый канал, да. Ну, да, мост 4 Ома, да. Да. Все как... Короче, ну, практически заявка с учетом роста. Давайте попробуем в 1 Ом. Будет опасно сейчас. Ну, я думаю, ничего не произойдет. Все будет хорошо.